Брестские таможенники накануне провели поистине благородную акцию, помогли встретиться родственникам, которые не видели друг друга долгое время. Как в старой сказке, родные люди жили в разных странах, но их тянуло друг к другу. Двое молодых людей из Польши хотели выручить своего чеченского брата из Беларуси, а конкретно вывести его в Евросоюз. И почему-то сделать это они решили в обход закона и государственных границ. Договорились встретиться в условленном месте. Беда только в том, что у бродячего нелегала не было документов, чтобы он мог покинуть пределы Беларуси законно. Увы, семейную идиллию нарушили пограничники. Сначала задержали непутевого брата, а после его родственников. Долгожданная встреча все-таки состоялась, но уже в изоляторе временного содержания. Просто у меня российского паспорта не было, у меня жена полька, дочка тоже там есть, и хотел просто узнать у там близкой деревни, что перейти, спросить, что брат был тут, и я точно знал, что он оттуда должен перейти. 4 дня связи не было, вообще дома звонили, переживали, он больной там. Молодой человек чеченской национальности для незаконного пересечения государственной границы был основательно подготовлен. Для этого он приобрел резиновые сапоги. На момент задержания обнаружили также спасательный жилет и документы, которые были при нем в целлофановом пакете. А также небольшую сумму денег, долларов США. Всю троицу ожидает депортация на родину, так что встретиться родственники смогут не раньше, чем через 5 лет.